меня, весна придет. Солнце воссияло, там черные вороны.
представляю, что это такое, когда он учился. Я представляю, что ему рассказывали. Я представляю, что те музыканты, которые вот, многие из вас это знают, когда мы учимся, мы сначала пытаемся, и нас просят или заставляют подражать. Видимо, такого подражал, может быть, вот такой, может, я не знаю, я, ну, не могу не воспользоваться этим гармонией. Это не потому, что мы, кстати, играем плохо, но долго. Да. Но я не применил этим воспользоваться, чтобы вы не забывали наш родной инструмент. Вот поэтому. Я Зачем это отдавать кому-то? Нам свое дорого. Нет, да, это наше. Там это все, это как раз я говорил о болезни уха глаз. Я всегда слышал одно, вижу другое. Нас часто везде приглашают. Но опять же, эта болезнь уха глаз мешает нам куда-то поехать. Ну, у нас беды со слухом нет, а вот со зрением, да, это правда. Ну и опять же, что-нибудь такое чуть-чуть повеселее, чтобы вы ушли каким-то таким... Нет, бодрым настроением. Прекрасно. В наших воротах давно...
поняли текст, я все равно не понимаю. Я хочу сказать, что эта песня как раз, если хотите, созвучна вот этой выставке. Попели это содержание этой песни, какая девушка и в чем она одета. Да, и у нее и точеная кичка, Оля, что там у нее по зумен, там, золотая сорочка. Да. То есть мы как раз вот для выставки и что-то спели, так что мы не зря пришли. Пусть не зря увидел. Вы что-то еще спели? Да. Пашенька, мы так не затянули? Право не спеть, а что-нибудь такое. У нас есть две Маши, я их очень люблю. Я их знаю с детства, ну не с рождения, но с детства, с очень глубокого. Поэтому мы всегда спеем. У нас есть правда. У нас про каждую девушку есть песня. Про Галю. Вот, а есть Маши. И Маши, потому я не могу их видеть. Это детки, я помню, как они пришли заниматься, совсем маленькими. И они занимались ими только вот пением. Во дворце тогда, во дворце пения. Вот они выросли, теперь стали такими, а мы решили вот Oh,
Конечно, ну тогда идем. Сегодняшнего вечера доброе дело делаю. Пусть нас не столь обширная публика, 2200 мест. Разве это важно? Нам для нашего коллектива важно, если кто-то из вас один нас слушает, значит, мы не даром этим занимаемся. Ну, я же говорил о болезни уха глаз. Ты же говорил. Нет, почему? Иногда показывают. Я же все время. Ну, мало, но... Я вам обещаю, хорошо? Я вам обещаю, что нас ничего не покажут. Покажут. От этой болезни. Покажут. Спасибо. Спасибо, да. Тут есть телевидение, покажем. Вам здоровья. Приходите на наши концерты. Слушайте, ну, будет народ. Когда? И где? Ну, мы работаем в Центре культуры на Ленина 25. Когда будут концерты, мы говорим, а сейчас больше делаем какие-то благотворительные акции. Мы помогаем вместе вот с Центром Русичи, помогали мальчику Андрюше Разводову, потому что болеет ребенок. Мы делали благотворительные концерты. Мы решили каким-то, хоть как-то лечить эту болезнь, о которой я говорил. Потому что, ну, если мы это с вами вместе не будем делать, все это, все, не разговор. Здесь вы все достаточно взрослые люди, и все это понимаете прекрасно. Ну, наша Русь, матушка, она издревле всем скопом толокою навалились, да и сделали. Вам доброго здоровья, спасибо вам. Они сами знают. Я живу эту песню, хотя, может быть, она проходила мимо моих глухих ушей. Но это было на Дону, и я приехал туда со своим другом, он донской казак, может, кто-то его знает, он раньше у нас пел, сейчас он живет на Дону. И я услышал на Дону, в станице Усть-Медведиц, песню. Ленинграде, я ходил в Пушкинский дом, искал морские песни о Севастополе. Есть они записаны, но музыки нет. Есть, ну, больше в основном морские каноны. Такая есть, ну, такое направление, скажем. А вот чтобы услышать песню у казаков, это, конечно, был отпуск с ребятами.